Всем привет! Когда на меня нападает осенняя хандра и у меня плохое настроение, я отвлекаюсь на подготовку к праздникам. Осталось 2,5 месяца, а значит, пора начинать готовить к Новому году подарки и украшения для дома. Сейчас мы будем вязать снежинку. Вот такую. Я буду делать очень много мастер-классов по снежинкам, ангелочкам, шарикам объемным на елку. Ну, в этом видео мы будем вязать вот эту снежинку. Ниточки у меня белые, но от них этикетки у меня не осталось. Но это точно такая же пряжа, вот я ее показываю. 100% коттон, Ализа Мисс Ботик. Вот такие ниточки. И к ним советуется крючок от 0,75 до 2. Я буду брать единичку крючок. Начинаем наше вязание. Для этого мы делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяем их с первой петлей в кольцо соединительным столбиком. Вот так. Вот эту ниточку мы будем сейчас связывать в круг. Делаем воздушную петлю. И нам нужно в кольцо наше связать 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 и 12. Завершаем этот ряд соединительным столбиком в первый столбик. Соединяем наш круг вот таким образом. Вот что у нас получилось. Теперь кончик ниточки мы обрезаем, чтобы он нам не мешал. И делаем 3 воздушные петли подъема. Будем вязать столбики с одним накидом. В первый наш столбик прошлого ряда без накида мы провязываем 3 воздушные петли и 1 столбик с накидом. Вот таким образом. Делаем накид и в следующий наш столбик без накида провязываем опять 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли и провязываем следующий столбик без накида, 2 столбика с накидом. Потом провязываем опять в следующий столбик 2 столбика с одним накидом. Опять 3 воздушные петли промежуток. И опять провязываем в 2 предыдущих столбика по 2 столбика с накидом в каждый. И так повторяем до конца ряда. Получается 4 столбика с одним накидом в 2 предыдущих столбика и 3 воздушные петли между ними. Я думаю, что у вас получится довязать до конца ряда. Вот мы довязали до конца ряда. Провязываем последние 3 воздушные петли. И соединительный столбик в третью верхнюю воздушную петлю предыдущего ряда. Вот так мы закончили наш ряд. Теперь мы провязываем 2 петли. Провязываем одну петлю и столбик без накида во вторую наш столбик с накидом предыдущего ряда. Вот так. Провязали. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2,
3 и вяжем столбик без накида вот сюда, в эту петлю, и один столбик без накида вот эти в наши 3 первые петли. В первую петлю мы провязываем столбик без накида. Вот так у нас получилось. Теперь мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И во вторую петлю вот этих 3 мы провязываем столбик с накидом. 1. Вот, провязали столбик с накидом. Теперь мы делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вводим крючок в первую петлю. Вот сюда. Вот, вот такую шишечку мы вяжем. Теперь делаем столбик с накидом. Делаем накид в эту же петлю, в которую мы вязали первый столбик с накидом. Вот таким образом. Вяжем 3 воздушные петли. И вот в эту третью петлю из вот этих 3 мы вяжем столбик без накида. Я знаю, поначалу кажется, что это очень все сложно, но у вас и получится. Еще раз показываю. Вот здесь, где мы вязали столбики с накидом в прошлом ряду, 2 столбика мы провязываем столбики без накида. 1, 2. Делаем 3 петли подъема. Провязываем дальше наши столбики без накида. Вводим крючок в первую петлю вот сюда. Провязываем столбик без накида. Теперь делаем 3 петли подъема. Во вторую петлю мы вяжем столбик с накидом. Восемь петель подъема. Провязываем соединительный столбик в первую петлю. Делаем накид. Провязываем столбик с накидом вот сюда же, где и первый был столбик с накидом. И провязываем 3 воздушные петли, которые мы закрепляем столбиком без накида третьей нашей петли. Вот так это получается. И продолжаем наше вязание дальше по кругу. Вот такой узор мы вяжем до конца ряда. Я довязываю наши последние 3 петли. Соединительный столбик. Вот сюда провязываю. Завершила этот ряд. И вяжем наш последний ряд. Для этого мы вводим крючок в нашу вот эту петельку и провязываем в нее 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываем сюда еще 2 столбика без накида. 1, 2. Вот у нас получилось что. Теперь мы вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И вводим наш крючок вот в эту арку. И провязываем 3 столбика без накида. 1, 2.
3. Теперь мы провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываем опять в эту же арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Опять вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Нам нужно связать еще одну арочку. Для этого мы немножко поправляем наше вязание, чтобы все было посерединке на своих местах. Вяжем опять 6 воздушных петель. И провязываем опять 3 столбика без накида. Вот таким образом мы провязали одну из наших арок. И вяжем 4 воздушные петли. Вводим крючок в нашу вот эту маленькую арку и провязываем 2 столбика без накида. Вот таким образом. Теперь мы вяжем опять 6 воздушных петель. И 2 столбика без накида. Нашу маленькую арку. Вот так. Теперь вяжем 4 воздушные петли и 3 столбика без накида вот в эту арку прошлого ряда. Шесть воздушных петель, 3 столбика без накида. Шесть воздушных петель, 3 столбика без накида. Шесть воздушных петель, 3 столбика без накида. Четыре воздушные петли, 2 столбика без накида в маленькую арку. Шесть воздушных петель, прошу прощения. И 2 столбика без накида. Ну, как вы поняли, мы так делаем до конца нашего ряда, провязывая все наши арочки. Вот что у вас должно получаться. Я довязала последние 4 воздушные петли. Ввожу крючок вот сюда и провязываю соединительный столбик. Наша снежинка готова. Мы обрезаем нашу нитку, делаем узелочек. Вот таким образом. Наша снежинка готова. Теперь ее нужно отгладить на высокой температуре. В следующем видео я покажу, как накрахмалить
наши вязаные изделия с помощью клея ПВА. Приятного вязания и хорошего настроения! Если вы еще не успели подписаться на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видео. Спасибо!